Приветствую вас, друзья! Ранее на своем канале я уже множество раз вам рассказывал о проекте Flux Protocol. Но сейчас настало время очередного видео, так как появилась возможность приобрести токены от, на мой взгляд, очень крутого и перспективного проекта. Но для начала кратко напомню, что Flux Protocol — это блокчейн Oracle, который предлагает в своей архитектуре несколько революционных решений по децентрализованной передаче данных без доверия. Flux Protocol позволит как передавать информацию через API-каналы, так и получать вручную введенные данные и агрегировать информацию, полученную из других оракулов. Flux Protocol будет кросс-чейн проектом. Изначально он будет запущен на сети NIR, где сейчас проходит активное тестирование Flux Protocol, после чего проект развернется на сети Solana и дальше будет интегрироваться с другими блокчейн-сетями. А токен FLX будет необходим для голосования, обеспечения залога валидаторами Flux Protocol, а также для оплаты услуг по получению достоверных данных. Очень важное замечание, что токены FLX никогда нигде не продавались ранее, и проект разрабатывался на финансирование от частных инвесторов. Но в скором времени, а именно 1 декабря на платформе Cooper Launch, возможность купить будет токены FLX предоставлена всем желающим. Распродажа FLX будет происходить в формате частного аукциона с использованием пулов ликвидности децентрализованной биржи Oracle. Это так называемая схема LBP, которая является одной из самых централизованных и справедливых моделей распределения токенов. Итак, 1 декабря будет проходить LBP токенов FLX вместе с запуском основной сети Flux Protocol на блокчейне NIR. Срок аукциона составит 72 часа. Начальная цена составит $2. И постепенно, со временем, она будет снижаться в зависимости от действий участников аукциона. Хочу сразу сказать, что минимальная возможная цена FLX в ходе аукциона составит 10 центов за токен, но я думаю, что навряд ли она опустится до такой цены. Так как до этого уже несколько скамных проектов запускали токен FLX, то есть люди уже покупали их, и цена была намного больше, поэтому я считаю, что люди будут покупать по большой и завышенной цене. А предложение в ходе LBP составит 15 миллионов токенов FLX и примерно 1,5 миллиона USDC для обеспечения ликвидности. Ну и, конечно же, не учитывая те USDC, которые предоставят покупатели в ходе аукциона. Для того, чтобы купить токены FLX, не нужно будет регистрироваться в белых списках, проходить KYC или получать тиры лаунчпадов и так далее. Также не будет никаких ботов и газовых войн и всего этого подобного. Любой пользователь сможет подключиться своим Web3 кошельком к сайту Cooper Launch и спокойно купить токены FLX за USDC, соответственно, заплатив за газ монетами Ethereum. Вы спросите, а почему же сам Flux Protocol находится на сети NIR, а продаваться будет за токены ERC-20? Да, несмотря на то, что Flux Protocol изначально будет запущен на сети NIR в целях проведения более справедливой распродажи, его токены будут продаваться именно в формате ERC-20. Потому что сеть Ethereum считается более распространенной, и в ней будет больше участников. Я вам советую не пропускать эту возможность, потому что сейчас этот голландский штурвал не такой, как в прошлом году или позапрошлом, и токены с выхода на биржу иксуют. А более подробную информацию о распродаже FLX вы сможете узнать в официальном блоге Flux Protocol и в их социальных сетях. Ссылки на все это я оставлю в описании. А если вы хотите узнать более подробно про Flux Protocol и особенности работы данного оракула, то посмотрите мои предыдущие видео о данном проекте. Благо, их было достаточно. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.